Это пожарная автоцистерна. И что в ней находится, я вам сейчас покажу. Это пожарные рукава. Это пожарный ствол. И через него подается вода. Емкость для пены. А это пурга 5. Ствол для ее подачи. Это ручной пожарный инструмент. С помощью пожарной колонки и водосборника мы заправляем автоцистерну. Это пожарный насос. А это ствол высокого давления. А на крыше нашей автоцистерны находятся пожарные лестницы и напорно всасывающие рукава. А здесь размещен наш пожарный караул. Здорово, тушилы! Сухих рукавов!